Так, я остановлюсь туда. Привет. Как тебя зовут? Ирина. Отлично. А кто для тебя является легендой? Знаешь, на данный момент, наверное, моя мама. Супер. Супер. Я тоже так считаю, родители это являются легендами. А как выглядят фанаты? Фанаты вот всей этой урбан культуры. Знаешь, наверное, это должно быть какой-то по одежде. А что бы ты сделала, чтобы стать легендарностью? Именно тебе вот нравится экстремальный спорт, любишь? Да, я учусь на Сливере Сабани 2004 года. Ну ты уже легенда, да, что можно сказать. Все, спасибо тебе. Хожу каждый год сюда. Отлично.